Привет, это твой видеофид. Некоторые медведи на всякий случай садятся абсолютно во все машины. Пусть сейчас она не горит, это только вопрос времени. По понедельникам все мы немного эта уточка. Чел просто украл снеговика. Надеюсь, у этого Гринча отмерзнут яички. Австралиец голыми руками ловит акулу. Ну, когда у тебя ядовитые кенгуру за каждым углом, это для них, наверное, абсолютно обычный вторник. Щенок качает младенца в гамаке. Хотя, это могут быть и додумки, а на самом деле он пытается скинуть этого молокососа, чтобы самому покататься. Просто дрейфующий лед на реке Енисей. Это можно считать текущей водой? Или придется расширять список вещей, на которые можно смотреть вечно? Не знаю, слыхали ли вы, но в некоторые модели газелей встраивали собаковую клонировалку. Лоси переходят дорогу. Не будь лосем, переходи дорогу только в специально предназначенных для этого местах. Трехкратный не чемпион в профессиональном пряточном спорте. DIY цветочки из шайб. Чтобы ловля букета невесты была реально смертельно опасным делом. Скорей, скорей, нужен герой, который снимет котенка с дерева. Желательно с подъемным краном. Страус бежит по встречке. В России. Чувак, ты попутал не только полосу движения, но и континент. Зима, холодно, страусы. Эту девушку поймали на воровстве штанов и теперь заставляют их все снять. Что ж, детки, учимся считать по-испански вместе. Три. Ай-яй-яй. Три. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Tienes ocho ruines? Ocho. Бобрик устал нести ветку. Хорошо, что ему попался доброжелательный немец, который помог. Теперь бобер придет на бобровую тусовку с угощением. Это настоящая инструкция General Electric по сбросу настроек на умной лампочке. Start with your bulb off for at least 5 seconds. Then turn on the bulb for 8 seconds. Turn off for 2 seconds. Turn on for 8 seconds. Turn off for 2 seconds. Turn on for 8 seconds. Turn off for 2 seconds. Turn on for 8 seconds. Turn off for 2 seconds.
Turn on for 8 seconds. Turn off for 2 seconds. And then turn it on one last time. The bulb will flash on and off 3 times to show that the reset was successful. А если у вас не получился этот вариант, то вам, скорее всего, нужен второй. Вот, запомните. Start with your bulb off for at least 5 seconds. Then, turn on the bulb for 8 seconds. Turn off for 2 seconds. Turn on for 2 seconds. Turn off for 2 seconds. Turn on for 2 seconds. Turn off for 2 seconds. Turn on for 2 seconds. Turn off for 2 seconds. Turn on for 8 seconds. Turn off for 2 seconds. Turn on for 8 seconds. Turn off for 2 seconds. Наверняка это на азбуке Морзе значит что-то типа «Спасите, меня держат на заводе силой». В интернетах вдруг распространилась инфа, что животные знают, что яйца хрупкие, и будут вести себя с ними аккуратно, чтобы не разбить. Хозяева по всему миру начали проверять эту теорию. Интересно, как поведет себя с яичком этот котик? Будет он аккуратен с яйцом или... Уважаемый господин японец делает бар для своего хомяка. Ну, чем бы азиат не тешился, лишь бы не хентай с тентаклями смотрел. Кажется, у нас новый претендент на премию «Отец года». Акула просто устала от всего этого. Никогда не обижайте свой шар для гольфа, а то он может начать вредничать. Это все прикольные, интересные видео, которые мы нашли для вас на этой неделе. Подписывайтесь на канал, чтобы видеть следующую подборочку. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить, когда она выйдет. А вообще, можете посмотреть вот прошлый выпуск новостного блока от Давыдова. Там тоже достаточно интересно. Вот. До свидания.